время ты выигрываешь. Я не хочу больше играть. Лучше пойду из лука постреляю. А ты при каждом поражении будешь так убегать, Мустафа? Из поражения нужно извлекать уроки. Подумай, где ошибся. Ладно, я извлек урок. Но стреляю я ведь хорошо. Это мы посмотрим. В следующий раз поедешь со мной на охоту. Стрелять в неподвижную цель просто. А вот попадешь ли ты в движущуюся мишень? Поехали прямо сейчас. Не торопись. Всему свое время, сынок. Мои птички красавицы. Моя милая, как ты? Ну что, опять капризничаешь? Так? Послушай, как он поет. Ты тоже подпевай ему. Лука, уходи. Тебе нельзя здесь оставаться. Госпожа, Нигер, подойди. Посмотри на них. Они поют так красиво. Что случилось? Государь. Мустафа утомил вас. Сейчас я уведу его. Мама, можно я останусь? Папа возьмет меня на охоту, а я поймаю для нашего повелителя самого большого оленя. Где мы будем охотиться? Поедем в Эдирну. Там самая лучшая охота. Случилось что-то, говори. Махедевран Султан. Опять она тебе угрожает, Нигер? Я бы тебе сказала, но я... Нигер Калфа. Своим врагом меня считают за мою службу тебе. Скажи, она тебе что-то сделала? Нет. Грозила только. Но я боюсь. Не бойся, Нигер. Пока я жива, никто никогда тебе не навредит. Ну и что там она делает? Не знаю. Пришла за Мустафой, скорее всего. Мне пора, а то меня искать будут. Сынок, дай я посмотрю на тебя. Ты стал такой красивый. А где мой братик? Ты по Мустафе соскучился? Угу. Гюльнихаль придет и отведет тебя к брату. Поиграете? Ладно. Где ты ходишь? Я ушла на минуту, а тебя уже и след простыл. Приходила из Махатун. Я спускалась к девушкам узнать, какие новости. Все только о тебе и говорят. И все только хорошее. Чудесно. Пусть и дальше говорят. Слышала, повелитель едет на охоту.
На охоту? Ты первый раз слышишь? Мустафа тоже с ним поедет. И кто же еще поедет с ним? Наверное, Мустафу одного не отпустят. Махидевран, султан, должна поехать. По крайней мере, так говорят. А куда они поедут? В Эдирны. Надолго, может. И неизвестно, когда обратно приедут. Скоро они уезжают. Иди быстро узнай. Дорогу! Султан Сулейман хан Хазрет Лери! Сынок, Шахзаде, я рад тебя видеть. Повелитель, какая честь для нас. Ну вот и пришло мое время. Наконец-то мы с повелителем побудем наедине. А ты вспомни, ведь в свое время, чтобы не разлучаться, он везде брал нас с собой. Какое это было счастье! Махидевран, смотри, какая роскошь! Я купила тебе прекрасный персидский бархат. Спасибо большое, Валиде, за вашу заботу. Папа берет меня в Эдирны охотиться. Это правда? Я так рада. Мустафа сейчас еще на занятиях, потом с ним поиграешь. Ладно. Умница, сынок. Мустафа едет со мной охотиться. А Мехмета возьмете? Он ведь Мустафу очень любит. Они смогли бы побыть вместе. Мехмет еще слишком мал. Может, я поеду с вами? Буду за детьми присматривать. Конечно, если вы позволите. Время еще есть, Хюрем. Мы поговорим с тобой об этом позже. Thank you.